Активистов организации «Хрюши против» забрызгали чистящей жидкостью. Трое из них получили химические ожоги глаз. Видео нам прислал гражданский репортер. Случилось это в Москве на Солдатской улице. Хрюши, как обычно, проверяли ассортимент одного из магазинчиков. Местные жители жаловались на просроченные товары. В какой-то момент, видимо, нервы у продавцов не выдержали, и они разбрызгали химию прямо на активистов. Пострадавшим пришлось обратиться к врачам. Ну а с работниками торговой точки теперь будет разбираться полиция.